Пришло такое время. Пришла такова доба. Раньше процесс реинкарнации был единственным. Вживе процесс реинкарнации был единым. Когда человек набирался определенного опыта, уходил в тот мир. Získal, набрал určitou zkušenost a odešel do onoho světa. И так как говорили, ушел в мир иной, то есть знали о том, что есть другой мир. Říká se, že odešel до jiného světa, je to jiný svět. Потом через лет, через 300, обычно через 500, возвращался. A potom se třeba za 300 nebo za 500 let vrátil. И опять набирался опыта. А, опять искала искушенности. Потому что мы здесь собираем вот этот опыт через реинкарнацию. Агромадим эту искушенность просредством реинкарнации. Который позволит нам перейти уже к божественному проявлению самих себя. А эта искушенность нам уже может перейти к божскому ведомому сознанию, да? То есть через реинкарнацию вы приходите и уходите как человек? Через просредством реинкарнации приходите и отходите как человек. А через этот процесс вы переходите на другой уровень своего развития, богочеловечества. А просредством этого процесса приходите на иной уровень своего вивоя к боголюдству. Где уже исчезает сама необходимость умирания. А тали уж мизи, та несбитность умират. Уходов, возвратов. Отходу а набрату. Для Бога это не актуально. Для Бога это не актуально. Вот в этом разница. А в том и это раздел. И это очень существенная разница. А это довольно подстатный раздел. К этой возможности человечество шло к этой возможности шло лицо. Сотни миллионов лет. Стовки миллионов лет. Чтобы вот наконец-то перейти. Аби наконец пришло. Если вы не хотите переходить, я опять же говорю, это ваша воля, поможете если, не переходить. Если не хотите перейти, это ваша воля. Воля. Добро нельзя делать даже добро нельзя делать насильно. Ani dobro nelze dělat násilí. Все только по желанию. Všechno pouze podle přání. Хотите идти к отцу? Chcete jít k otci? Под его опеку? Под jeho péči? Пожалуйста. Prosím. Не хотите? Nechcete? Еще раз говорю, идите куда хотите. Takže přijďte, jděte kam chcete. Спасибо. Я хочу спросить. Ваша книга «Помнитель для собеви» «Побит в костеле», где вы молите несколько годин, но там побивали. Момент. Я не помню. Ваши книги, те, что выходили в храм, там молились несколько часов. Хотел бы я спросить, если это молитва, или медитация, или так. Хочу спросить, если молитва или медитация. Я был такой трагический человек. В моей семье такая трагическая ситуация. Трагическим образом жена. Трагическим образом ушла моя жена. А часы? Ваши книги? Я стал читать ваши книги. По року мне объявили на дар на графине. Год спустя у меня появилась опухоль на почке. За рук се тен надр зменшил. В следующем году опухоль была меньше. За наши рук се так. Зустав стоит 1 сантиметровый. Эта опухоль осталась 1 сантиметр величиной. Лето на факультете в Остраве, мне кажется, день зелень.
И в этом году в больнице, которая принадлежит факультету медицинскому, говорили, опухоли нет. Прекрасная. Beautiful. Beautiful, английский. Притом сам я на законном курсе. Я была на базовом курсе только. Микрофон. У Натальи. Натальи. А по некое время при молитве? После некоторого времени, когда я молился. Пробегал такой золотой, как блеск. Как будто золотая молния появилась, которая прошла. Из головы в это место, где бил тенадр? На левую сторону, не уже. Где бил тенадр? Ну, на левую сторону. Ну, налево, налево. Тут все. Это все. Ну, это прекрасно сообщить. Это... Везло, у вас хороший преподаватель, Наташа. Мате вельми доброго виучуючого, то есть Наталья, Наташа. Она ясновидящая. А я ясновидна. Ну, все наши преподаватели ясновидящие. Все наши виучуючие са ясновидящие. Их много уже в разных странах. В разных землях. Вот, и они все ясновидящие. А все ясновидные. Так что они могут помочь не только тем, что вот что-то рассказывает, что-то объясняет, но и на тонком плане. Да, могу помочь не только тем, что что-то указывает, что-то выправляет, а и на явной уровне. Дают поддержку вашему процессу. Поскидывают подпору вашему процессу. Так что с Наташей вам повезло, она один из лучших преподавателей. Так же, покуда у Натальи, се нам задажило, потому что она одна из наилучших выучивателей. Поэтому мы ее приглашаем. Я хотел аккурат еще запитать, если существует какая-то технология. Просто мне треба зазнамена, Оле, то, как ты сказал последне, что ты се вытворил ты пуньки, аби се сте стал несмертельным, если ты то нигде зазнаменал. Что касается этой работы с бессмертием, что вы пишете или говорите, что хотите стать бессмертным, если вы это как-то... Это... Технология. Да, да, он так понимает. А друга, если уж пан... Алипев уж написал ту новую Библию, как ты сказал? Это второй вопрос. Если новая Библия уже окончена, Игорь Алипев, если окончил? Новую Библию. Дело в том, что вопрос о моем личном бессмертии, он, конечно, немножко для меня такой... Отазка о моей особенной бессмертельности є про мене особенно якось такова... Неудобная. Непříємна. Ну, потому что не скромно говорить о том, не нескромно, что... Чего-то такое имеешь, чего другие еще не имеют. Да, что человек имеет, что свои не имеют. Ну, во всяком случае, я могу ответить не просто примером, который... А в каждом случае я могу ответить просто примером. Который был в моем общении с отцом. Который был в общении коммуникации с отцом. Я же очень тоже настроен на то, чтобы все знать и все понять. Jsem velice naladěn na to, abych všechny ty znalosti pochopila. I вот я отца спрашиваю. A tak se ptám otce. Отец, скажи, пожалуйста, а что было в мире до того, как его не было? Tam se otce, otče, řekni prosím, co na světě bylo předtím, když svět nebyl. Он мне отвечает. A on mi odpovídá. Ты был сын мой возлюбленный. Ты си, он мне отповедал, ты си был сыном мой милованный.
Это я сейчас говорю прямые слова Создателя. А не шикам прямые слова. Люди, которые обладают ясновидением, об этом зале есть такие люди. Они видят, что это точно слова Создателя. А люди, которые не слышат ясновидение, точно видят, что это правда слова Создателя. Но я думаю, ну, из этого ответа я как-то не очень извлекаю, а что же было. Ну, я желаю, что еще было. С того тогда не могу ничего вытягнуть, с того ответить, что тогда было, я сам был, а что было. Думаю, сейчас я исхитрюсь, я такой вопросик задам, что отец будет вынужден все рассказать. А так си říkám, že příště budu mazaný a zadám takovou otázku, aby mi člověk, aby mi otec všechno řekl. Я спрашиваю, отец, а что было до того, как я был? А так се зетам, отче, а что было předtím, než я сам был? Он тоже так спокойненько отвечает. А он таки так клянется, отповідає. Вот как только ты произносишь это последнее «до», а как мило ты пронесешь то последнее «пред», ты снова оказываешься в плену времени. Снова се оцитаешь в заяти часу. Ну вот что он рассказал? Так что нам жека? Ну кое-что я понял. Але нечто сам похопил. Если я был до мира, значит я предвечен. Если же сам пред, если же сам был пред светом, сам от веки. Я также понял то, что частица до, которую он употребил, она имеет. А так я сам похопил, что я предложка пред, которую поужил. Значение не предлога. Там не есть визнам предложки. Она имеет значение той самой ноты в октаве, которая обобщает всю октаву. A to má ten význam, to do, v té oktávě tónu, která označuje celou oktávu. Veď v notě do vše zvuky oktávy. Přece v tom tónu do jsou všechny zvuky, všechny tóny oktávy. Вот над тем, что он сказал, еще думать и думать, я не все продумал. Так все на том се дал přemýšlet, všechno jsem ještě nepromyslel. Я определился только тем, о чем догадался. Затем, когда я выучил то, что сам похопил, что сам... Но чувствую, что далеко не все смыслы раскрыты. А чувствую, что далеко не весь этот визнан я отгален. Отец строит так свои предложения. Отец составляет так свои веты. Что в одном предложении может быть миллион смыслов, которые можно излагать потом тысячу или десять тысяч или миллион лет. В одной вете тысяча визнамов, которые можно потом выкладывать тысяч или миллион лет. Вот эту особенность и подметил немецкий ученый, когда изучал откровение книг. А тито зважности увидел тем немецкий ведец, který tam uvažoval ze své knize o těch zjeveních. On viděl, že texty těch odkrovení nesodpovědují myšlení člověka. Píše tam, že vyjádřil se, že texty těch zjevení neodpovídají současnému myšlení člověka. Že v nich je mnoho paralelních smyslů. Že v těch větách, nebo v tom textu, mnoho paralelních významů. Воспринимаешь их в одном, как бы ракурсе. Человек внимает как бы в одном рассаху, в одном зорном углу, можно сказать. Понимаешь одну истину. Хапе одну правду. Посмотрел на этот же текст под другим углом, уже другая истина. А диваться на этот текст под иным зорным углом, а уже там иная правда. Посмотрел под третьим. Подивайте се еще одна истина. Третьим способом. И все эти истины не противоречат друг другу. А все эти правды связаны не противоречат. А являются как бы пазлами в определенной конструкции. А все то, как эти пуцелы, так званые пазлы в англичтине. И их можно собирать. Один элемент к другому, пока не возникнет целостный образ. А я требую собирать один к другому, докуда не возникнет целостный образ. Ну, это
Первый вопрос, да? То была первая отазка, а другая? Называется уже написать эту книгу. А репев, новая Библия, если окончена, издана? Нет, новая Библия не окончена, в ней будет 12 томов, написано только 3. Новая Библия не недокончена, Библия будет иметь 12 дел, а затем са написаны 3. Ну и 3-то надо переварить. А ты тебе треба стравить. Это ведь тексты очень простые. А то не са вовсе еднодухе тексты. У них опять же параллельные мышления. Там и такие параллельные мышления в тех текстах. Так что их читать, читать, перечитывать. То есть чист, чист, а снова чист. Ještě nějaká otázka? Ručička, že? Ruky nevidné. No, zase máme produkt. Já благодарю vás za этот праздник общения. Já vám děkuji za ten svátek našeho kontaktu. Мне всегда приятно передавать те знания, которые передает отец. Pro mě je vždycky příjemné předávat ty znalosti, které předává otec. Příjemné odpovídat na ty otázky. Je příjemné odpovídat na ty otázky. I mně je složité odpovídat na vaše otázky. A není to složité, není to obtížné odpovídat vám na otázky. Protože každý váš otázka je část mojí osobní životy. Protože každá vaše otázka je součástí mého osobního života. Спасибо вам. И за ваше участие, за ваши участия, и за ваши вопросы, за ваши отазки, и за ваше целеустремление к Отцу Небесному. А за ваше зацеление и смер к Отцу Небесному.